Почему по ночи я никак не засну и засыпаю только на боку в поту? Почему я шачу постоянно, как кишак, но возвращаюсь обратно в нищету, во тьму? Почему всегда, когда работаю, чтобы воплотить мечту, кто-то меняет мою гребаную судьбу? Почему не везет ни одному, всегда в грязи тону, а когда наверх плыву, еще сильнее иду ко дну? И попав на глубину, вижу сатану, что украл мечту мою, убежать отсюда не могу, выход не найду, сука, потому что я дома, тут с рождения я живу в аду. Но если я в аду, почему тут все во льду? Почему хожу в порванных кроссовках по снегу? Денег, что здесь платят, не хватает на еду, лишь на то, что нельзя давать даже псу. Я не хочу больше в этом мире жить, в котором все за выгоды хотят дружить. Чтобы выжить, надо всех дурить. Захочешь мир на лучшее изменить, захотят тебя убить. И когда с утра смотрю в окно, на улице темно, людей полно, но я не вижу никого, только чмо, которым все равно на всех людей давно, из-за чего мир идет на дно. А если я хочу уснуть, бью себя в грудь, чтобы сердце не кололо, обхожусь без валидола. И так врачи дали в жопу 203 укола. Мою печень не узнать, как агента Интерпола. Но даже так меня не вылечил невропатолог. У меня есть чувство, что она скорее косметолог. Ее, наверное, подкупил местный стоматолог. Даже если б каждый день мой рацион ходила в кока-кола. У меня не так бы быстро выпадали зубы, как от этого раствора. Почему врачи не чувствуют позора? Милиция не ловит вора, в стране нет прокурора, что не продаст вынесение приговора. Почему все живут по договорам, никто не держит слова, кроме меня? Сейчас много вранья, даже врут друзья, и они меня надурили снова. Полгода я пахал, чтоб вложиться во что-то, но что-то сочиняло, лучше Дон Кихота. Пропала, как в Украине работа, сбежала, сняв все деньги со счета. Это что-то оставило меня ни с чем, как идиота. Да я стал банкротом, но когда увижу, подло я хлебала, разобью чертям пала, что моргала, станет как у кашалота. Из-за него не могу выбраться с болота, в долгах повяз, стал в нем мыться чаще бегемота. Стал тут жить, вместе от которого здоровье здорово поднял, каждый день рвота до пота. Почему им не стыдно никому, только мне одному, за то, что девушка покупает мне еду, а велик, что ей подарил, продаю, потому что выжить не могу в гребаном аду. Я не хочу больше в этом мире жить, в котором все за выгоды хотят дружить. Чтобы выжить, надо всех дурить, захочешь мир на лучшее изменить, захотят тебя убить. И когда с утра смотрю в окно, на улице темно, людей полно, но я не вижу никого, только чмо, которым все равно на всех людей давно, из-за чего мир идет на дно. Почему я должен спать в коморе, если больше места даже в коридоре, в которой еле поместил кровать, еще пришлось немного похудать, чтоб можно было в студию сюда толкать. Миша, ты болен, так мама говорит, с которой 20 лет в доле. Она одна, кто не кинула меня, оставив в доме. Любила, когда было дитя золотое, тогда, когда еще учился в школе. Теперь я вырос, и она зовет меня горе, потому что музыка занятие плохое, а деньги для нее святое. Но все мое сбережение пустое, как поле сухое. Все потратил на дурацкие приборы. Мне мама говорит, если за рэп не платят, он фиговый. Лишь телеки толповые, а кто туда попал, стал клевый. Но тогда я лох возле микрофона, что последних полгода сутками не выходил из дома, как будто у меня кома из-за рэп-синдрома. Мой дом для меня как зона, только без газона, черный хлеб вместо батона. Нет времени сварить бульона, мир могу увидеть лишь с балкона. Тяжелая работа, но порой приходится работать на второй, чтоб обеспечить первую, что вовсе не дает дохода. Но по-другому не могу жить, о том, что вижу, не могу молчать. Но могу начать на наркоте торчать и себе перестану сочинять, потому что не могу не замечать, как богатство разучились различать, а там плана в удовольствие получать. Лучше в заперти всю жизнь скучать, микрофон кричать, чем милых людей встречать, что готовы мудаков богатых величать. За 100 баксов языком механус изучать. Я не хочу больше в этом мире жить, в котором все за выгоды хотят дружить. Чтобы выжить, надо всех дурить, захочешь мир на лучшее изменить, захотят тебя убить. И когда с утра смотрю в окно, на улице темно, людей полно, но я не вижу никого, только чмо, которым все равно на всех людей давно, из-за чего мир идет на дно.